Захватывающие гонки, вручение малого хрустального глобуса Дарьи Домрачевой и часы прямых трансляций на Беларусь-5. В Раубичах сегодня стартует второй в истории Беларуси чемпионат мира по летнему биатлону. Первый был 20 лет назад. Сравнивать его с зимним чемпионатом или даже этапом Кубка мира некорректно. Это скорее подготовительные старты к основному сезону. Но Павел Капуцкий разобрался, почему любителям биатлона все-таки стоит обратить внимание на эти соревнования. Перед началом летнего чемпионата мира один из интернет-порталов опубликовал список из 5 главных звезд, которые приехали сюда, в Раубичи. Оказалась в нем и олимпийская чемпионка Пхёнчхана в эстафете Ирина Кривко. Но первой на эту трассу выйдет не она. Сначала в борьбу вступят юниоры. Стартовая гонка в 11 утра. Репетиция церемонии открытия. Она начнется в 9 утра. По программе у спортсменов в первой половине дня квалификация, во второй финалы суперспринта. А ориентировочно в 16 часов Дарья Домрачева получит малый хрустальный глобус в преследовании за сезон 2015 года. Трофей переходит белорусские от финки Кайсы Макарайнен по итогам пересчета очков после дисквалификации россиянки Екатерины Глазыриной, которая уже вернулась в спорт и будет участвовать в нашем чемпионате. Сборная Беларуси накануне приехала со сбора в итальянском Анхольце и пропустила официальную тренировку. Пристальное внимание со стороны Международного союза биатлонистов в том плане, что запланирован этап Кубка мира в 2022 году здесь у нас. И как мы работали на чемпионате Европы, как мы сработаем здесь и потом на этапе Кубка IBU в 2020 году. Задача судейского аппарата – мы должны видеть все для того, чтобы соревнования прошли на высоком уровне. 2,5 сотни спортсменов из 26 стран. Хотя мировые лидеры в Беларусь не приехали, конкуренция будет приличной. Хотя бы из-за призовых. Они такие же, как на Кубке IBU. Деньги получит первая шестерка. Победа оценивается в 3000, шестое место в 800 евро. Прямые трансляции чемпионата мира по летнему биатлону на Беларусь-5. Проверка молодежи, проверка способных спортсменов, возможность поучаствовать другим странам, которые зимой, скажем, не попадают большими составами на чемпионат мира. Где-то можно себя попробовать в летнем чемпионате мира. Попасть на праздник летнего биатлона легко. Начиная с 9 утра со станции метро «Борисовский тракт» будет ходить экспресс-автобус номер 449. Он довезет до Раубичей. Павел Капуцкий, Андрей Градобоев, агентство теленовостей «Беларусь».